Ну что, как дела на тренировке? Устал, я больше не хочу ничего делать. Я устал, пап. Устал? Знаешь, у нас в ванной зеркало стояло. И каждый раз, когда я тебя укладывал, я проходил мимо и смотрел, как ты засыпаешь. Ведь ты умещался у меня на ладошках. И в тот момент я решил, что отдам все силы, все время, чтобы из этого комочка вырос настоящий мужчина. А теперь ты говоришь мне, что устал? Мне 34 года, а мой день состоит из школы, садика, твоих тренировок и репетиторов. И отдыхать мне некогда. На прошлой неделе у тебя были соревнования. И ты был расстроен, что остался без медали. Так ее и не будет, если ты уже устал. Ты мужик. А мужик на протяжении всей жизни должен доказывать, что он мужик. Своей маме, женщине, себе, наконец. Даже если упал, найти сил подняться, не ныть, не смотреть по сторонам. Не думать, кто же на этот раз подаст мне руку. А самому встать, понимаешь, самому. Я тебе сейчас историю расскажу. Твой прадед, мой дед себе документы подделал, чтобы на войну взяли. В танке проехал с таким же, как он, пацанами до Берлина. Как ты думаешь, там в танке кто устал, а? Да смертельно устали. Только сжав зубы, каждый молча делал свое дело. И каждый заслуженный героем стал. Вот это пример. Пример, которому ты и должен следовать. И знай, ты для меня останешься сыном, которому я отдал половину своего сердца. Но это не значит, что ты не должен оставаться настоящим мужчиной.